незаметно. Из года в год, словно вор, приходит февраль. 23-й, 44-й год. Без разбора народ убивал. И когда на фронтах земли воевали отцы и деды, эшелонами семьи и дети, убивали, сжигали, везли. Далеко в казахстанских степях хоронили мечты народа, в кандалах и тяжелых цепях, чтоб не ведали слова «свобода». И пока на земле еще жив дух войнахов, в чем есть наша сила, не забудем вовеки надрыв, как от боли земля наша выла. Люди мира, останьтесь людьми в этом бренном, невечном нам мире. Так тепла не хватает, любви, но и главное — мир во всем мире.